У дошкольным центре развития детей номер 5 у Могилеве день начался с радостных приготовлений. Хлопчики и девчонки из молодшей группы с помощью матери перетворялись у казачных принцесс и галантных кавалеров. Отрымливается соправдное детячее модное шоу. И опять нас так красиво. Мы красивые. Пригоже убрание дитячого садка от белых вытянанок на окнах до ярких цацок на елках дорость отчувание соправдного свята. У нас сегодня замечательный праздник, который любят и дети, и взрослые. Это Новый год. Он всегда волнующий, трогательный. Дети рады, родители счастливы, что детям весело и хорошо. Дети, до слова, мают свои пожелания на свято, про которые готовы поведомить усим затекавленным особам. Скажи, пожалуйста, что ты хочешь себе на Новый год? Кукла. Крокодильчика. Памперс до своей куклы. Тачку. Ранішнік був наповнений самими різними і вельми важними подіями. Ёлка заззяла агенчиками. Дед Мороз проїхав з малими цягнічком з припинком на станції Хлопотушки. Закидали батьків і вихователів сніжками, танцювали, співали і прочитали святочні вірші. По стонам світом залі, ми ёлочку упали, привіт, Ёлка і Ялка, огні на ней горят. Принёс нам ёлку, огоньки на ней зажёг. Пусть это не иголки, а дедушка стежок. Ну, поцелуй Дедушку Мороза. У дитячем садку вельми рады, что свято для малых удалось. Дети все довольны, счастливы. Для нас это самое главное, чтобы дарить радость детям. С наилепшими пожеланиями усім малым их батькам Илона Иванова, Юрия Власцова, новин регион.